поэтому особенностей в детском саду много. Вы их переживаете очень достойно. Вы с первого года начали участвовать во всех городских конкурсах. Огромное спасибо депутатам городской думы от мэрии города за благоустройство и за участие в конкурсе «Цветущий город». Конечно, до вас уже нужно дотягиваться, даже тем детским садам, которые лидировали на протяжении многих лет. Вы несете большую образовательную функцию в нашем микрорайоне. В нашем микрорайоне Черемушки, кроме детского сада, ничего нет. Еще ни школ, никаких. Вот сейчас открываются частные небольшие образовательные центры, но основной площадкой еще надолго останемся здесь мы с вами. Поэтому территориальное общественное самоуправление, оно опирается всегда только на детский сад, на тот коллектив, который работает, на тех родителей, которые здесь живут, которые водят детей. Вам удается делать многое для того, чтобы воспитывать из наших детишек, из нашего подрастающего поколения, ну, таких талантливых, креативных, умных, самое главное, порядочных людей. Спасибо вам за ваш труд. Благодарственное письмо мэра города вручается заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе Якимовой Татьяне Васильевне. Всей души поблагодарить моих золотых сотрудников, которые каждый день частичку своей души, своего сердца отдают детям и стараются, работают для того, чтобы наша хорошая репутация нашего сада поддерживалась, да, и чтобы мы оставались на плаву, чтобы мы оказывали, так скажем, качественные услуги, да, нашим заказчикам, нашим родителям, чтобы все были довольны, ходили с удовольствием в детский сад, и детям было там тепло и комфортно.